Ой, привітання, дівчинки і хлопчики. Нішто я нічого не розумію. Я прийшов, повітався з Топом, а він чомусь ті утік. Во, навод, гульню не скончив. Дівно. Ой, а що, я перша? Чому гэта усі спазняються? Добрий вечір, сябри. Я не спазняюся, я давно тут. Привітання, Яна. Буслік. А ты что, под столом сидишь? Не, чому под столом? Я тут, за компьютером. Ой! Яна, ты чего? Не бяжи, коли ласка. Спынися и растлумач мне, что отбывается. Буслик, это докладно ты? Ну, вядома, я. Цікаво. И то по мяне, напевно, не познал. Наполохался и с покойчика сбег. Яна, я что, так змянился? Не ведаю, змянился ты, буслик, чи не. Просто я тебе не бачу. Яна, ну вот ты так жартуешь. Я вот тут, за компьютером сяджу. Буслик, стой на месте и не ворушися. Чому это? Тому, что вельми страшно, коли ты компьютер штурхаешь. Сдается, что он живый. И сам по столе пересовывается. Яна, так что, ты хочешь сказать, что я на самой справе стал необачным? Привитание, девчонки и хлопчики. Добрый вечер, Янка. Привитание, Данечек. Салют, Даник. А чому ты со мной не витаешься? Буслик, привитание. А, ты что, вырешил у хованки погулять? Данек, не шукай малого под столом. Чому? Тому, что его там нема. А где он сховался? Да нигде он не сховался. Наш буслик стал необачным. Необачным? Да ну, вы жартуете. Данек, какие тут жарты? Ты ж меня не бачишь? Ну, не бачу. А я вот тут. Так. Сябры, ратуйте меня. Спокойно, давайте разбираться по парадку. Буслик, расскажи, как прошел твой день? Что незвычайного отбылося? Да ничего незвычайного не было. Я прочнулся, поснедал, потом читал, гулял, обедал. А что далее? А еще погулял и проголодался. Побег на кухню, там якраз Надейка готовала нечто чароўнае. Так, вот с гэтага моманту, буслик, давай подрабязней. Я выпадкова ледь не перекулил каструлю с чароўнай стравы, якую Надейка готовала. И она мне сказала не крутиться под ногами. А чароўным чарпаком у твой бок яна не махнула? Не, не махнула. Я сам, калі отступал, аб яе чарпак стукнулся. На мяне нават некалькі кропель трапіла. Так, сябры мае, усё зразумела. Што? Што табе зразумела, Данік? Думаю, што Надзейка працавала над чароўнай стравай нябачнасці. А ты ж, буслік, маленькі, табе хапіла некалькі кропель, вось ты нябачным і стаў. Ой-ой-ой, і што ж мне зараз рабіць? Як што рабіць? Бяжи до Надейки и проси, каб яна тебе знов бачным зрабила. Але Надейка будя зловаться, скажешь, что я знов под ногами кручуся. Сябры мои, запомните, коли дорослые занятые важной справой, особливо у кухни, где шмат горячих и небеспечных предметов, и яны просять вас не перешкаджать, треба обовязково выконать их просьбу. Усё правильно. Можно пойти и почитать, типа погулять с цацками. Дорослые скончат справу и вам да помогут. А коли Надейка занятая,
яна яшчэ больш разлуецца. Адрываць дарослых ад важнай справы можна толькі ў крайнім выпадку. Але, буслік, у цябе менавіта такі выпадак. Так што бяжы, бяжы да надзейкі, толькі кепку нацягні, каб яна адразу паверыла, што ты не жартуеш. Добра, я паспрабую. Буслік, ты пайшоў? Здаецца, пайшоў. Ох, да чаго ж нязручна размаўляць з нябачнымі сябрамі. Цікава, для каго Надзейка гатавала гэтую страву нябачнасці? Ну, вядома, для дамавікоў. Яны ж павінны дапамагаць з усімі хатнімі справамі і пры гэтым заставацца нябачнымі. О, Буслік, рады цябе бачыць. Надзейка цябе расчаравала. Ура! Вы не уяўляеце, як я рады зноў стаць бачным. Дзякуй за карысную параду, сябры. Буслік, і табе дзякуй. На тваім прыкладзе мы ўпэўніліся, што ніколі не трэба перашкаджаць дарослым, калі яны занятыя. Я надзейцы гэта паабяцаў. Ну вось і добра, што ўсё так скончылася. А зараз прапаную разам паглядзець мультфільм. Вы пачынайце, а я хутенька на кухні збегаю. Зноў будзеш Надзейку ад справ адрываць? Не-не-не, Надзейка мне сказала прыйсці кашу з'есці. Я з гэтымі прыгодамі павячэраць так і не паспеў. Вядома, бяжы, маленькі. Ну а мы глядзім мультфільм. Ой, а зараз давайце мы тварыкі чысціць зубкі ды адпраўляцца ў ложачкі. Ой, я так спаць хачу, стаміўся. Ну, яшчэ б не стаміцца, такія прыгоды. Так што пабеглі глядзець цікавыя сны. Дабраныч, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в ряды, смокли птушек на носы. И буслы в гнездо сховали свои долгие. Баю-бай, разом с нами засынай.